Обращение граждан и минимизация их повторов – одна из тем очередного общегородского совещания. По данным администрации, на сегодняшний день поступило свыше 1000 заявлений от жителей через соцсети, портал «Добродел» и по горячей линии. Этот показатель ниже, чем у других муниципалитетов, примерно на 15%. В городском округе достаточно качественно и эффективно идет работа по обращениям на портал «Добродел». То есть по сравнению или в сравнении с другими муниципалитетами и населением более 200 тысяч у нас хорошие показатели, а у нас снижается повторное обращение, то есть наблюдается позитивная динамика. Это говорит о том, что работа нами проведенная и проводимая дает свои плоды, свои результаты. Еще одна тема обсуждения – праздничные мероприятия в честь 80-летия «Химок». Уже сейчас на улицах города появились афиши, центральную площадку Дня города, арену «Химки» украсили большим тематическим баннером. Также к празднику оформляют сам округ. На десятке фасадов появятся фото химчан – это ветераны, спортсмены, учителя, рабочие. А в сам День города пройдут сразу несколько масштабных мероприятий. Помимо этого, химчан ждут различные фестивали – спорта, красоты, гастрономические. Завершит программу празднования большой концерт и фейерверк.